Сбор необходимых вещей идет уже вторую неделю. К благотворительной акции присоединились многие новгородцы. Если сначала волонтеры просили приносить теплую одежду, то теперь ее собрано достаточно. А вот продуктам питания, долгого хранения, гигиеническим наборам и бытовой химии здесь по-прежнему очень рады. Требуются детские наборы, наборы для развития, наборы для творчества, какая-то канцелярия, школьные наборы, ну, потому что детей большое количество прибывает, и их необходимо чем-то занять. Мария Белкова – социальный предприниматель. Сегодня как раз привезла игрушки, канцелярию и наборы для рисования. В 2014 году она руководила лагерем в Пестове, куда тогда временно заселились жители ДНР и ЛНР. И не понаслышке знает, как люди нуждаются в помощи. Страдают-то дети. Страдают дети, которые лишаются абсолютно всего. У них даже нет любимой игрушки, понимаете? То есть это детство вот полностью, они мало того потеряли дом, да, бегут из родного места своего, но у них не остается ничего. Новгородцы могут присоединиться к сбору вещей первой необходимости. Пункт приема гуманитарной помощи расположен по адресу Большая Санкт-Петербургская, 44, первый этаж, областной дом молодежи. Волонтеры работают с 11 до 19 часов ежедневно.